Вы что, решили нас затопить? Эй, есть тут кто? А как вы сюда попали? Приплыл, дверь надо закрывать. Ну, вообще-то вежливые люди сначала звонят. Вежливые люди открывают дверь на звонок. Я там трезвонил минут 10. Я никак не привыкну к этому звонку. Вы тут нас заливаете. Господи! Все в этом доме не так! Ну, сделайте уже что-нибудь с этим. Ну, может быть, вы мне поможете, нет? У вас есть какие-нибудь инструменты? Какие? Ну, я не знаю, там, разводной ключ или плоскогубцы. Ну, где вы там? Ну все, теперь можете пользоваться. Спасибо. У вас тут кульная коллекция. Что, простите? От английского cool значит крутая. А, понятно. Это что за художник? Что-то знакомое, не пойму. Корзухина Александра. А это вы? Да, я. Да? У вас своеобразный стайл. А я смотрю, вы разбираетесь в живописи. Учился на реставратора в Мальмё, город в Швеции. Понятно. Жил там с родителями, недавно вернулся. Решил пока у деда сесть. А здесь надо обработать щелочным раствором. Чтобы убить все лессировки художника? Этому вас учили в Швеции? Убит. Сражен на повал, готов взять у вас несколько уроков. Только я не готова вам их дать. Так. Осторожнее. Мягче. Я же показывала в прошлый раз. Мягче. Руки. Что руки? Руки у тебя красивые. Я бы их нарисовал. Так, во-первых, мы не близкие друзья, чтобы разговаривать со мной на «ты». Во-вторых, с учителем надо разговаривать на «вы». А бывают странные сближения. Я вас люблю. Хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный. И в этой глупости несчастной ваших ног я признаюсь. Прекрати! Поясничайте вообще. Что, я не похож на человека, который может цитировать Пушкина? Не особо. Если бы не ваш дед, я не взялась бы вас учить. Все, я пошла. Куда? Чайник поставлю. А вы работаете? Мягче. Ой, кажется, я что-то сломала. Я так и понял. Иду на помощь. Саш, даже не пытайся меня убедить, что этот конец света устроила не ты. Короче, помощь нужна? Уверен? Ладно, звони, если что. Ну что? Оп! О. Какой талант пропадает, да? Ничего, кто-нибудь подберет. Thank you.
Да. Когда? Ну, вообще-то уже поздно, и потом мне это неинтересно. Ну, хорошо, жду. Слушай, хотел тебя спросить. Да? А, знаешь... Сейчас. Извини. Алло. Да, Аристарх Сергеевич. Приехать? Приехать прямо сейчас? Ну, хорошо. Что случилось? Так, извини, мне надо ехать. Клиент позвонил. Поздно, а завтра что, нельзя? Нельзя. Сказал сейчас, значит, сейчас. Слушай, ну, может, просто послать его, если он такой самодур? Значит так, если ты хочешь стать хорошим реставратором и чего-то добиться, еще и не таких придется терпеть. Ну, а можно составить тебе компанию? Ты что? Лыгин чужих не выносит, он ко мне-то столько лет привыкал. Так, извини, я тороплюсь, мне еще надо переодеться. Понятно. Пока. Аля де беста. Что в переводе со шведского означает «всего хорошего». Илья, ты дома? Ну что за манера? Включить свет и убежать. Дед, привет. А ты что такой? Какой такой? Нормальный. Чего там? Долго еще? Если хотите, может помочь. Так, ладно. Я пешком пойду. Ну-ну. Идите. Если жизнь недорога.
Извини, что так поздно. Можно к тебе? Конечно, проходи. А ты что, куда-то ходила? Прогуляться перед сном. Так поздно? С тобой все в порядке? Да. Нет. Информативно. А можно мне сначала чаю? Конечно, проходи. Я замерзла, как собака. Может, Логин позвонил тебе и забыл? Ушел куда-нибудь. Такое за ним водится. Я с ним больше 10 лет работаю. Знаю этого чудака, как облупленного. Мне кажется, что он все-таки был в доме. Но почему не отозвался? Зачем ему было прятаться? Ты же знаешь, Лыгин, старик с большим привет. Мог позвать, потом передумать. Не захотел никого видеть. А если это был не он? А кто? Этот Плюшкин никого к себе не пускает. Жену эту по большим праздникам, а так запрется и сидит один. Чахнет над своим златом, пей чай остынет. Дом был не заперт. Странный он какой-то. Да они через одного все странные. Особенно в нашем бизнесе. У них у всех мозги на бикрень. А твой бывший лучше был, что ли? Еще когда вы поженились, я... Альбин, пожалуйста, давай не будем об этом. Я и так не хотела сюда возвращаться. Жить в мастерской мужа, который... Вот ты видишь? Ну все, все. Я тебя простила? Поняла. Молодая. Красивая. Хватит уже прошлое за одно место держать. Найди себе мужика нормально. Но ты себе не нашла? И что хорошего? Детка, думаешь, одиночество — это круто? Бронью. Одиночество как раковая опухоль. Оно убивает. Ну, ответь, ответь, кто там? Илья внук Ордели. Ну и? Да ну, приставучий мальчишка. Младше меня. Не знала, что молодость теперь недостаток. Не волнуйся, это быстро проходит. Посмотри на его деда. В молодости был орел. Ну, какие скульптуры ваял. И что теперь? Ну, а мне кажется, Ордели сейчас ого-го. Я часы потеряла. Добрый день. Здравствуйте. Я Лиза Лыгина, дочь Аристарха Сергеевича. Что-то случилось? Я вам звонила, но телефон не отвечает. Мне очень нужно с вами поговорить. Проходите. Я боюсь, что с отцом что-то случилось. Почему вы так решили? Вы понимаете, мы вчера с ним по телефону поругались. Он разозлился и бросил трубку. Я потом ему перезванивала, хотела приехать и помириться. Так. Он сказал, что ждет вас и весь вечер будет занят. И что? Просил перезвонить утром. Утром звонил, трубку не берет. Мне как-то не по себе стало. А откуда вы узнали мой адрес? Альбина сказала. Ну так что, вы были у отца вчера? Что с ним? Я... Да. Была вечером у него на даче. И? Я его не застала. Я даже понятия не имею, зачем он меня звал. Нет, ну, отец, конечно, человек своеобразный, и характер у него жуткий. А мне кажется, что все это как-то странно. Так, мы с вами сейчас поедем к нему. Угу. А почему мы? Заодно и узнаете, зачем он вас звал, а? Ладно. Уговорили. Соберусь. Никогда не оставляй дверь открытой. Папа!
Пап! Пап, ты здесь? Может быть, он спит? Надо наверху посмотреть. Пап! Пап, ты меня слышишь, пап? Пап! Пап, ты спишь, что ли? Пап! Господи! Кажется, он умер. Я воды принесу. Делать? Наверное, надо вызвать скорую. И полицию. А полицию зачем? Так делают, когда человек умирает не в больнице. А вы откуда знаете? Я видела в кино. Что-то труповозка не торопится, да? Леня! Иди дом еще раз осмотри! Понял. Не трогай ничего руками. А. Когда вы видели отца в последний раз? Я не помню. Давно. Мы с ним редко виделись. Вчера я позвонила ему, хотела приехать. А он сказал, что весь вечер будет занят с Александрой. Утром звоню, не отвечает. Приехали, а он лежит мертвый. Значит, вы говорите, что трупа вчера в доме не было? Да нет же. Я просто говорю, что я не дошла до спальни. Может, он был? Странно получается. Входная дверь открыта. Логин почему-то решил прилечь. Хотя вы говорите, что назначил вам встречу. Может, он встал? Меня ждал и прилег. У него был сложный разговор до этого с дочерью. О, нашел. Около выхода, где лестница. О, это моя. Белкин, в пакет для вещдоков и на экспертизу. Понял? Зачем? Почему? Сидеть. Потрудитесь объяснить, каким образом ваши часы оказались в доме. Там, кстати, это еще. Напольная ваза разбита. Опа. А вазу разбили, когда бежали? Куда-то торопились? Я вам еще раз повторяю. Мне показалось, что в доме кто-то есть. Я услышала скрип, увидела тень, побежала, наверное, тогда и уронила часы. Почему вы так со мной разговариваете? А потому, что если в этом доме произошло убийство, то вы автоматически становитесь главным подозреваемым или главным свидетелем. Но я же ничего... Сидеть! Андрей Васильевич! Андрей Васильевич! Пока могу сказать только, что смерть наступила между 12 и 2 часами ночи. Причину сказать сложно. Видимых повреждений на теле нет.
Скорее всего, остановка сердца. Ясно. Мы дождемся окончательной экспертизы. А вы кто? Вначале потрудитесь представиться вы. Все. Это жена отца, я ей позвонила. Лыгина Светлана Евгеньевна, супруга Аристарха Сергеевича. Исаков, я же тебе сказал, ничего руками не трогать. Иди отсюда. Светлана Евгеньевна, вещи, ценности на месте? Ну да, тут брать нечего. У коллекционера. Он, между прочим, давным-давно все продал, кроме этих чертовых книг. А книги на месте? Вот кроме этого экземпляра, ничего ценного здесь больше нет. Что ты так переживаешь? Он же тебе не отец, не муж, старикан этот. И вообще, все когда-нибудь умирают. Дело не в этом. Этот следователь, он точно меня в чем-то подозревает. Ты бы слышал, как он со мной разговаривал, как с преступницей. Ты все принимаешь слишком близко к сердцу. И вообще, ты какая-то не такая, как все. Особенная, что ли. Пей. Я просто хочу, чтобы тебе было хорошо. Илья, ты ничего обо мне не знаешь. Когда мой муж Иван покончил с собой, многие считали, что это я виновата. Ушла, не поддержала. А он любил, поэтому пил. Я тогда думала, не переживу. А потом все стало как во сне. И вот здесь вот механизм, которым любят. Чик. И все. И я привыкла жить одна. Все хорошо. Я просто хочу, чтобы ты... Картину Иван написал после нашей первой встречи. Она висела там много лет и никогда не падала. Ну, глупости какие. Ну, подумаешь, упала картина, и что? Это знак. Да какой еще знак, Саш? Ну, ты как бабка старая. Вот. Я действительно для тебя старовата. Саш, я не то хотел сказать. Я... Уходи. Николай, уже иду. Да, помню, в том же ресторане. До встречи. Да. Здесь есть над чем поработать. Кто бы сомневался. Поэтому именно к вам я и обратился. Эту икону я больше никому не доверю. Еще кофе? Нет, спасибо. Ну, тогда все. Будем прощаться. Да, до свидания. До свидания. Всего доброго. Олег? Ты? Сашка. С ума сойти! Привет. А как ты? Присаживайся. Сколько ж мы не виделись.
А ты совсем не изменилась. Такая же красотка. Ну, скажешь тоже. Ну, правда. Ну, рассказывай. Давай сначала ты. А, ну давай я, только позволь, я закажу что-нибудь. А то я с командировки. Да, конечно. Голоден. Дома есть нечего, готовить некому. Вот они, темные стороны холостяцкой жизни. Ну, в общем, и закрутилось, завертелось. Один заказ, другой. Так и отошел от творчества. Продаю, покупаю. Бизнес. А ты хорошо писал. Ну, может, и вернусь еще. Может. Зато ты вся в искусстве, как я понял. Я обожаю реставрировать. Когда работаю, я все забываю, и у меня такое... такое впечатление, что я... погружаюсь в личные истории вещи. Ты всегда из нас была самая талантливая. Ага. Да ладно, не скромничай. Ну... ну, правда. Ну, а на личном как? Говорят, ты была замужем за каким-то гением? Да, он погиб, Олег. Прости. Нет, давай просто не будем об этом. Вивальди. Что? До сих пор нравится Вивальди? Ты помнишь? Хорошо, что мы сегодня встретились. Да уж. Бывают же приятные случайности, да? Случайностей не бывает. Для чая, наверное, уже поздно. Ладно. Пойдем пить твой чай. Ну вот, заходи. Что? Внимательно, что пропало. Ну как я посмотрю, что пропало? Здесь же все. Что они искали, Олег? Я не знаю, скорее всего, деньги. Хан звонит в полицию. А, нет! Почему? Кто-то влез к тебе в квартиру, перевернул здесь все. Ты что, а вдруг они снова вернутся? Я тебя умоляю, пожалуйста, не звони. Я недавно с ними общалась, это какой-то кошмар. Так, сядь. Во-первых, надо сменить замки. Я тебе помогу. Послушай, спасибо. Я, наверное, останусь на ночь. Да, точно. Буду твоим охранником. Личным. Тем более у тебя такой диванчик классный. Давно мечтал на таком поспать. Спишь? Нет. Почему? Слишком много впечатлений за день. А я институт вспомнила. Второй курс, Новый год, помнишь? А я ведь был страшно влюблен в тебя тогда. Правда? Да нет, шучу. Хорошо, что мы с тобой встретились. Что? Ничего, спокойной ночи.
Спокойной ночи. Жива? Я думала, придется дверь выламывать. Звоню, звоню, трубку не берешь. Так телефон выключен, что-то случилось? Нет, просто узнать, как дела. Все хорошо? Много работы. Что? Опять полночи работала? Ну, раз уж я зашла, не одолжишь мне сахару? Закончился. А бежать никуда не хочется. Альбина. Соседка. И подруга Александры. Да. Олег. Однокурсник. И друг Александры. Позавтракайте с нами. Да. Спасибо. Побегу. Я только за сахаром зашла. Бери. Весь. Хочешь, чтобы я погибла от сахарного диабета? Ладно. Не буду мешать. Пойду. Сахар я взяла. Сахар у меня теперь есть. Прикольно. У тебя соседка. Андрей Васильевич, можно? Можно. Экспертиза Полыгина. Спасибо. Виктория, идите. Саша! У вас тут дверь просто не закрыта. А я мимо проходил. Дай, думаю, зайду. Вот, пирожное принес. Спасибо. Правда, мы уже позавтракали? Нет, ну если хотите. Извините. Просто не знал, что Александра не одна. Илья! Тоже сосед? Да. Извини. Алло. Да. Хорошо. Поняла. Еду. Кто это был? На тебе лица нет. Следователь. Какой еще следователь? Мне надо в полицию. Экспертиза установила, что смерть Лыгина наступила в результате отравления сероуглеродом, а не из-за остановки сердца.
И что это значит? Ну, это значит, что кто-то помог вашему коллекционеру уйти на тот свет. Также установлено, что Лыгин умер в период с 12 до 2 часов ночи. И в это время в его доме находились только вы. А мне-то зачем его травить? Ну, как зачем? Чтобы украсть ценности из коллекции Лыгина. Да какие ценности? Он же все продал. И жена подтвердила. Разве только что фолиант? Кстати, на фолианте обнаружены отпечатки пальцев, не принадлежащие убитому. Подождите. Это же я подняла книгу. Я когда зашла в тот вечер в дом, я увидела фолиант и подняла его. Я забыла вам сказать. А может, вы еще забыли о каких-нибудь ценностях из коллекции Лыгина? Так я мало знаю что-то о его коллекции. Ну да. А вы же вроде книги реставрировали. Ну да. Но я же не знаю, что он продавал, что он покупал. Логично. Так, а с Альбиной Витальевной Гершензон вы знакомы, хорошо? Ну, достаточно хорошо. Блин, как-то вообще удивительно. С агентом знакома, а с коллекцией незнакома. Ну, откуда же я знаю про дела Лыгина, а Альбина, она вообще о делках ни слова. А вы не волнуйтесь. Альбину Витальевну мы обязательно допросим. Мне с вас нужна подписка о невыезде. Будьте любезны. Да, Лёнь, не отведи Александру Николаевну. Пусть пальчики прокатает. Ага. Спасибо. Кстати, а почему ваш муж покончил с собой? Какое это имеет отношение к делу? Ну, просто следствие так и не установило, был ли это суицид. Это сейчас намек? Нет. Просто я свои дела всегда довожу до конца. Помните об этом? Как хорошо, что ты приехал. Спасибо тебе большое. А то это следователь... Да, да, да. Честно говоря, мне тоже страшно не нравится, что происходит. Но если что, мы найдем тебе лучшего адвоката. Я надеюсь, до этого не дойдем? Скорее бы все закончилось. Извини. Да, Альбин. Что-то срочное? Ты дома? Хорошо, я вечером зайду. А, нет, подожди. По поводу твоего архива и коллекции Лыгина тебе будет звонить следователь. Ужасный, мерзкий, циничный тип. Все, пока. Извини. Пока. Пока. Спасибо. За мной следишь? Просто хотел спросить, что там насчет смерти Лыгина? А, ничего хорошего, похоже, его отравили. А. Теперь будут допрашивать всех, кто его знал. Следователь хочет поговорить с Альбиной, она же была его агентом. Знаешь, я просто хочу понять, к чему были все эти разговоры насчет одиночества и мужа. Сказал бы просто, что у тебя есть мужик. Саш. Илья, ну пожалуйста. Олег просто мой друг. И в любом случае тебя это не касается.
Альбина! Альбинчик! Добрый вечер. Врач говорит, что шанс есть. Это просто шок. Я тебе яблок принесла. Кислые, как ты любишь. Вот только не умирай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Время посещения уже вышло, а мне нужно капельницу поменять. Я к тебе завтра приду. Ты не скучает? До свидания. До свидания. Травма головы средней тяжести. Нанесена в затылочную часть. Угу. Главное, чтобы она пришла в сознание. Ах. Александр Николаевич. Приходили грехи замаливать? А мне нечего замаливать, я ни в чем не виновата. Жду через час в моем кабинете. Какие еще перспективы? Самое главное, чтобы она пришла в сознание. Тогда вот. Значит, вы похитили Альбинин архив, потому что там была компрометирующая вас информация. Я ничего не похищала. Я думаю, вот как все вышло. Лыгин приобрел что-то очень ценное. Об этом знал только он и Альбина. Альбина записала об этом в архиве. Вы похитили драгоценность. И похитили архив, чтобы никто никогда ничего не вывез. Почему вы так со мной разговариваете? Присядьте, присядьте. У вас же даже доказательств никаких нет. Если бы я пришла к Альбине за архивом, ну, наверное, вы бы застукали меня с ним в руках. Леня, пиши. Вы отнесли архив домой,
и вернулись к Альбине, чтобы замести оставшиеся следы, чтобы не вышло, как с часами. Бред какой-то. Бред. Да, наверное. Но знаете, что удивительно? У Альбины не была взломана дверь. А что это значит, Леня? Что она сама ее открыла. А кому? Тому, кого хорошо знала. Да, она могла открыть кому угодно. Вы знаете, сколько у нее знакомых? И опять же, почему я? Потому что вы второй раз оказываетесь на месте преступления. Вот, ознакомьтесь. Это что? А это результаты экспертизы отпечатков пальцев на фолианте. И знаете что? Они полностью совпали с вашими. Конечно, они совпали. Это же я подняла книгу. Тогда потрудитесь нам, пожалуйста, объяснить, как так случилось, что на книге только ваши отпечатки и больше никаких. Ведь кто-то уронил ее нам. Я не знаю. А я узнаю. И мало вам не покажется. И не думайте, что Альбина, когда поправится, будет вас прикрывать. Пиши, Лен. Пиши. Привет. Что, следишь за мной? Да. Слушай, ну как там Альбина? Дед сказал, что на нее напали. Да, она без сознания. Представляешь, кто-то выкрал ее архив. Главное, это зачем? И ну, кто? Наверняка тот, у кого есть инфа в архиве. А что, если Греков прав? Вдруг Лыгин действительно купил что-то очень ценное, о чем не знали. Ни жена, ни дочь. Хочешь сказать, что Альбина... Подожди. Извини. Привет, Олег. Да. Да, я звонила. Я хотела поговорить. Хорошо. Договорились. Ну чего? Лень, не стой на душе, а? Понял. Что ж за почерк у этого Лыгина? Лень, вот это что за буква, а? Это Н. Или П. А что мы ищем? Нам нужны любые улики на эту Корзухину. Должен же был он хоть что-то записать о ней. Тут полно всякой хрени, о ней ничего. Я решила искать убийцу Лыгина сама. Зачем? Как ты себе это представляешь? Я пока не знаю, но если я этого не сделаю, Греков меня посадит. О, ты его плохо знаешь. Он сделает все, чтобы упечь меня за решетку. Чем ты ему насолила? И вообще, ты понимаешь, как это может быть опасно? А у меня нет другого выхода. А вот это уже интересно. 14.00. Генрих Шульц. Это же за день до смерти Лыгина. Нам нужна база на этого Шульца. Сейчас сделаю, понял? А что нам это даст? Леня, нам нужна любая информация, любые зацепки. Нам нужно знать все о круге Лыгина. Может, этот Шульц как-то связан с Корзухиной? Может, они знакомы? Ага. Понял. Почему он не убил Альбину? Ведь Лыгина он убил. Ну, может быть, не было времени. И вообще, почему ты считаешь, что эти два случая как-то связаны между собой? Я почти уверена. Ты знаешь, мне кажется, Альбина провернула какую-то сделку с Лыгиным и мне ничего об этом не сказала. А потом, когда узнала, что к ней придет следователь, имитировала нападение на саму себя. Это чересчур. Я вспомнила. В ту ночь, когда я вернулась из дома Лыгина, Альбина тоже пришла очень поздно.
То есть ты считаешь, что Альбина убила Лыгина? Фолиант. Греков сказал, что других отпечатков на книге не было, только мои. Это значит, кто-то положил книгу специально в коридоре, предварительно ее притерев, зная, что я не смогу пройти мимо, обязательно ее подниму. Меня подставили, понимаешь? А как Альбина узнала, что я у Лыгина? А может, он сам ей сказал? Саша, давай не будем делать поспешных выводов. Альбина очнется, и все прояснится. А если нет? Вот, нашел. Это точно он. Вот. Ну? Так, Генрих Шульц. Русский немец. Поэтому что-нибудь такая странная фамилия. Лен, давай по сути. Его корни нас сейчас меньше всего интересуют. Так, занимается скупкой и продажей старинных вещей. О! Я думаю, это именно тот, кто нам нужен. Надо организовать встречу с Шульцем. Понял. Если его не найдут, и Греков меня посадит, ты меня будешь навещать в тюрьме? Думочка. Да если Греков не справится, я сам найду убийцу. И задушу его вот этими руками. И тебя в обиду не дам. Все, мне пора. Спокойной ночи. Ни о чем плохом не думаю. Мы нашли ваши координаты в записной книжке Лыгина. И? Вы встретились в тот день? Да. Мы встретились на нейтральной территории для совершения сделки. А как хорошо вы знали Аристарха Сергеевича? Можно сказать, что Аристарха Сергеевича я вообще не знал. Он просто покупал у меня довольно редкий фолиант. Скажите, а этот фолиант есть на этих фотографиях? А, посмотрите, пожалуйста. Да. Вот. Это точно? Да. В чем дело? А дело, собственно, в том, что Лыгин умер 23 октября. При невыясненных обстоятельствах. Это очень печально. Да. А чем я-то могу помочь? Мне вы, собственно, ничем не можете помочь. Вы можете помочь следствию, ответив на мои вопросы. И я именно этим и занимаюсь, если вы не заметили. Лыгин еще что-нибудь у вас покупал? Нет. А фолиант он приобрел через агента? Нет, сам. А кто-нибудь еще интересовался этим фолиантом? А еще этим фолиантом интересовался некий Коротков и еще какая-то Лина. Это Альбина. С Коротковым я встречался один раз, а с Альбиной нет. Я разговаривал с ней только по телефону. У вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне? А вы не могли бы поделиться со мной координатами Короткова? Нет. У меня нет ничьих координат. Ясно. Скажите, пожалуйста, а с Александрой Николаевной Корзухиной вы не знакомы? А с Александрой Николаевной Корзухиной я случайно не знаком. Прошу вас. До свидания. Всего хорошего.
беришь тут по-тихому вещички, пока хозяйки нет? Ты когда-нибудь перестанешь меня пугать? У меня чуть сердце не остановилось. Как сюда попало? Я мне Альвина дала сама запасной ключ. Ну, на всякий случай. Да ладно, хорош оправдываться. Че ищем? Помочь? Ну, я ищу какие-нибудь записи или документы, которые могут помочь следствию, но, похоже, ничего нет. Господин Шерлок, предлагаю покинуть место преступления. Если органы власти нас здесь застукают, оправдываться будем в суде. Да, ты прав. Да. Так, ты давай закрывай, я пока на стрёме постою. Мы с тобой вроде как сообщники. Ты что, с ума сошел? А что? Здрасте. Привет, Дятель. Добрый день, Александра. Алло. Саш, привет. Как настроение? У меня тоже. Провернул отличную сделку. Предлагаю отметить. Чертов немец, а? Ну и ничего, я его выведу на чистую воду, он мне все расскажет. Мульта не что-то с этим Фолиантом. Кто? Кто-кто? Шульц и Корзухина. Так ведь Шульц сказал, что они не знакомы. Врет! Они вместе все свои делишки обделывают. Ну ничего, я их прижму. Как? Телефон Корзухина где? Ну это нормально. Попросил всех быть на связи. Нормально? Это же я. Да. Ты чего? Ничего. Спасибо тебе. За что? Слишком долго ждал, чтобы теперь все испортить. Дед, а чего у нас дверь не закрыта? Ты, кажется, собирался учиться на реставратора, а не романы заводить. Это ты о чем? Сам знаешь. Вообще-то мне 25 лет, и учить меня жить как-то не айс. Конечно, это не мое дело. Просто хочу спросить. Александра взрослая, опытная женщина. Как я понял, у нее есть мужчина. А какую роль выполняешь ты? Ну, кто ты? Лакей, скоморох, игрушка в ее руках. Ну, ты загнул. Вообще-то, этот Олег, он ей совершенно не подходит. Это же очевидно. А кто ей подходит? Ты? Ну, а почему бы нет? А? Разница в возрасте не имеет никакого значения. Гала была намного старше Сальвадора Дали, и это не мешало им жить счастливо. Сальвадор Дали был великим художником. А ты? Чего ты добился? Чего ты достиг в свои 25 лет? Что ты сможешь ей дать? В то время как имя Корзухиной хорошо известно в определенных кругах. С ней хотят, мечтают работать. Лучшие коллекционеры. Надеялся, ты будешь учиться, ты будешь с ней заниматься, а ты вон что делаешь. Любовь крутишь. Пропадаешь у нее с утра до ночи. У меня с ней ничего нет! Никакой любви! И потом ты сам пропадаешь где-то вечерами, я же молчу!
Приятного аппетита. Уехал по делам. Целую. Да, Андрей Васильевич. Александра Николаевна, я вас просил быть на связи. Всегда. Это значит, что в любое время дня и ночи телефон должен быть у вас под рукой. Поймите, когда идет расследование, это, черт возьми, очень важно. Андрей Васильевич, у меня вчера было очень много дел по работе, и я отключила звук, чтобы меня не отвлекал. Эти ваши оправдания приберегите для суда. Значит так, я жду вас сегодня у себя ровно в 3. Значит, с Генрихом Шульцем вы не знакомы? Нет. Угу. Лень, заводи. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотел бы знать, зачем меня сюда пригласили. Александра Николаевна Корзухина. Очень приятно. Здравствуйте. Дальше что? Очень известная в узких кругах реставратор. Может, слышали? Возможно, слышал. А что? Генрих Альбертович Шульц. Очень известный коллекционер. Именно он продал тот самый флянт Лыгину, на котором мы нашли ваши отпечатки. Поняла. Замечательно. Я все-таки хотел бы знать, зачем меня сюда вызвали и на каком основании мне устраивают здесь экзекуцию. Меня что, в чем-то подозревают? Пока что нет. Это что значит «пока что»? Нет. Будьте любезны, если вам еще раз захочется с кем-нибудь меня познакомить, вызывайте официальной повесткой. Auf Wiedersehen. Да. Александр Николаевич, Александр Николаевич, извините. Извините меня, пожалуйста, что я сорвался так при вас. Но эти дыхамы с ними другому нельзя. Да уж. Я, к сожалению, так не умею. Да. Вы знаете, я, кажется, действительно о вас что-то слышал. Вы не заинтересованы в сотрудничестве? Вы хороший реставратор, на вес золота. А вы знаете, у меня ответный вопрос. Вы не могли бы мне рассказать поподробнее о той книге, которую вы продали Лыгину? Вы хорошо торгуете. Вы знаете, у меня к вам предложение. Вы позвоните мне, пожалуйста, и мы договоримся с вами о встрече. Хорошо. Значит, получается, что Шульц и Корзухина действительно не знакомы. Я внимательно наблюдал. Да, я тоже очень внимательно наблюдал. Да. Да, я слушаю. Ясно. Я понял, спасибо. Ну вот сейчас все окончательно и выясним. Из больницы звонили. Ну как ты себя чувствуешь? Могу фото крутить. Проблема одна, память. Ничего не помню. Совсем-совсем? Успокойся, тебя же вспомнила. Не помню момент нападения.
как будто не со мной. Провал полный. Ну, хоть примерно ты же можешь вспомнить? Мужчина это был или женщина? Понятия не имею. Ну, что ты беспокоишься? А потому что меня обвиняют в отравлении Лыгина. И в том, что я ударила тебя якобы по голове. И Греков вообще считает, что я украла этот архив. А мне это зачем? М? Между прочим, и я занималась покупкой последнего фолианта Лыгина. Злишься, что я тебе не рассказала? Ну, извини, ты же знаешь, все сделки держатся в секрете. Обычная практика любого агента. Даже Шульц не должен был знать, кто покупатель фолианта. Однако он узнал? Да! Потому что старикан обскакал меня. Купил фолиант напрямую. И сделал это в последний момент, когда я уже провела все переговоры и сговорилась с Шульцем по цене. Ну что за ерунда? Зачем он это сделал? Ну, якобы он забыл, что я веду переговоры с Шульцем. Mm. Старый хрен, прости, господи. На самом деле, просто он не хотел платить мне проценты. И я, как последняя дура, осталась у разбитого корыта. Где ты была ночью, когда убили Лыгина? Да ты что, решила, что это я прикончила старикашку? Да ты что, ты додумаешь или нет? У тебя есть алиби? Есть! В тот вечер мы с Альбиной были вместе. Дед, в каком-то смысле вместе? Во всех. Да, моя хорошая. Вот это новость. Ты же говорила, что... А что я говорила? Что собираюсь уходить в монастырь? Даже если я могла о таком подумать, то только в самом страшном сне. Вот это и есть Шульц. Вот жук. И здесь свои дела крутит. Ну зачем ты так? Ну а что ты хочешь? Это его работа. С одним поговорил, с другим. Вот и сделка нарисовалась. Пап, прости меня. Очень трудно говорить о своем отце в прошедшем времени. Наверное, он был странным. Кому-то казался угрюмым, нелюдимым. Но он мой отец. И он делал все, чтобы я была счастлива. Он вырастил меня. И я любила его таким, какой он был. Ну, конечно. Он же все для тебя сделал. Главное, наследство отписал. Теперь ты счастлива? Рада теперь? Свела отца в могилу и празднуешь. Господи. Мы же человека в последний путь провожаем, но нельзя так. Да не трогайте вы меня, вы сейчас думаете, она что? Скорбящая бедная овечка, ей отец нужен был, только чтобы деньги из него тянуть. Что ж ты про любовничка своего молчишь, а? Святой прикидываешься? Давай, расскажи всем, почему отец от тебя на дачу съехал. Тебе мое наследство покоя не дает, поэтому ты отца убила, да? Я тебя сейчас убью. Да ты давно об этом мечтаешь. Света, прости, тихо, успокойся. Закройте. Ну нельзя так, ну нехорошо это, в такой день. Какой кошмар. Это просто страсть. Я не... Ну, вы теперь поняли, кого надо трясти? Наследников? Вы не учите меня работать, я как-нибудь сам справлюсь. Ты была права, мерзкий тип. Александра! Александра! Шульц. Здравствуйте. Да. Мы с вами толком и не познакомились. Ну, обстановка не располагала. Познакомьте, пожалуйста, мой друг Олег. Да, Шульц. Генрих Альбертович. Олег. Наша договоренность о завтрашней встрече остается в силе? Да, разумеется. Очень-очень-очень рад. У меня есть для вас кое-что интересненькое, но я не буду вам заранее говорить, помочь здесь. Немножечко. Извините, пожалуйста. Лиза, Лизонька, подождите, я хотел вам кое-что сказать, а это очень важно. Если бы могли с вами отойти и поговорить. Что, получается, реально подрались? Да, только дело не в этом. Что-то между женой Лыгина и дочерью нечисто. Погоди.
Светлана Евгеньевна, извините, можно вопрос? Да оставьте вы мне уже в покое. У вас совесть есть, у меня муж умер. Я могу пережить хотя бы свое горе в одиночестве. Спасибо. Ну чё? Надо жену Лыгина потрясти и алиби проверить. Товарищ капитан, так проверили все. Еще раз. Понял. Что он прицепился к девчонке? Сами разберутся. Пойдем. Дед, я этого старикана не знал, и вообще поминки это не мое хобби. А я его знал. Мы учились вместе. Помянуть человека — это наш долг, Илюш. Пойдем. Я не пойду. Олег, пожалуйста, мне с тобой спокойнее. Ты из меня веревки вьешь. Сказали, Аристарх Сергеевич все наследство отписал Лизе. А кому должен был? Вам? Ну, почему мне? Вы ведь, вы любовница, я так понимаю. Я? Хотя, если вы думали хоть клочок шерсти с паршивой овцы урвать, не вышло. Да у меня и в мыслях не было. У нас же просто деловые отношения. Это следователи будете рассказывать про свои чисто деловые отношения. Я вас насквозь вижу. Если вам интересно, есть ли ваше имя в завещании? Нет, там только его дочь. Может быть, конечно, Аристарх и обещал вам что-то, но, видимо, забыл. Потому что в последнее время он с головой не дружил. Альцгеймер подкрался незаметно. А вы сами видели завещание? Какая разница, видела его или не видела? Главное, что вашего имени там нет. Вовремя. Я в пробке была. А мы тут все на воздушном шаре прилетели. Может, ты поучишь меня водить машину, а? Это бесполезно. Ну, раз вы все собрались, я хочу еще раз вспомнить Аристарха Сергеевича.
Ушел из жизни человек. А какой он был? Об этом может рассказать только память. Если память хорошая, значит, и человек был хороший. Если мы его помним, он жив, он всегда будет с нами. Давайте помянем хорошего человека, Аристарха Сергеевича. Пусть земля ему будет пухом. Да ты ему всю жизнь испортила. Ты хоть раз об отце подумала? Да если бы не ты, он был бы жив. Ты с гулянки на гулянки скакала. А ты, значит, не гуляла, да? Ты такая вот сейчас чистая, а давай посмотрим на твой свой пятикаратник сейчас, покажи людям. Беленькая такая, ангел, овечка, да? Сколько ты машин подумал, тебе ремонтировал постоянно. Слушай, ты даже сегодня... Не могу больше там находиться. Надеюсь, ты не решила покончить с собой. И сделать этой ведьме такой подарок не дождется. Тогда не самая крутая идея сейчас садиться за руль. Я в порядке. Пока она не уберется из дома, я туда не войду. Блин, ну что за бред? Это мой дом. Отец оставил его мне, эта стерва там командует. Будешь теперь тут жить? Собираюсь. Достала уже кантоваться по всяким друзьям. Слушай, поехали куда-нибудь, а? Нет, я не самоубийца. Я хорошо вожу. Нет. Как знаешь. Слушай, у меня есть отличная идея. Да? Какая? Поехали в одно место. Да. Старик меня не простит. Он вредный. Еще припомнит, когда встретимся. Нет, хорошо, что тебя там не было. Дочь Лиза и жена, ну, уже вдова Светлана, подрались прямо у могилы. Скажи спасибо, что друг друга не закопали. Там же. Я чуть со стыда не сгорел. Бедный мой. Такие стрессы не для тебя. И поминки были какие-то странные, а? Все рано разъехались. Ужас. Кошмарный день. Кошмарный. Ну, что тебя тревожит? Ну, я чувствую, что-то не так, а? Ну, я тебе рассказывал, Илья влюбился в Сашу. Ну и что в этом страшного? Да не пара она ему. Она взрослая женщина. У нее уже опыт семейной жизни за плечами. А он, по сути, мальчишка. И потом этот Олег. Не хочу, не хочу, не хочу, чтобы Илья стал частью любовного треугольника. Это унизительно, глупо, больно, в конце концов. Да оставь ты мальчика в покое. Ну, сами разберутся. Никто еще не умирал от любви. Ну да, конечно. Ромео и Джульетта не все. А пострадать ли я? Не помешает. Да. Я же тебе не сказала главное.
Завтра меня выдворяют отсюда. Сказали собирать манатки. Я соскучился. Мы с тобой как выжившие Ромео и Джульетта. Выжившие из ума. Моя дорогая. Знакомься. Мое скромное жилище. А у тебя уютно. Спасибо. Я буду спать на диване. Обойдемся без дивана. Давно мне ты не приносил завтрак в постель. Кажется, завтрак подождет. Не обидится? Выставим его за дверь и приготовим другое. Какой ты безжалостный. Только к завтраку. Что? Ты на встречу не опоздаешь? Не опоздаю. Может, все-таки вызвать тебе такси? Mm-mm. Хочу прогуляться. Уверена? Mm-hmm. Ну, я погнал. Выкинуть его точно надо. О! Слава Богу. Привет. Что-то сегодня поздно. Ну, могу я хотя бы раз выспаться? Спасибо, Виктор. А я думал, вы вообще не спите. Виктория, идите. Леня, я тебе язык вырву и собакам скормлю. На, вон, почитай лучше. Появились новые обстоятельства в деле Лыгина. Касается Светланы. Угу. Так получается, это его жена пришла? Пока не знаю. Угу. Так, ну а что с Корзухиной? Получается, она не виновата. Леня, пока не знаю. Будем разбираться. Будем разбираться.
Генрих Альбертович? У вас дверь открыта. Какого хрена вы здесь делаете? У нас с ним была назначена встреча. Дверь была открыта, и я зашла. Понятно. Значит, предыдущий опыт вас ничему не научил. Да я же хотела просто посмотреть. Посмотрели? Александра Николаевна, вы знаете, что прямо сейчас я могу взять вас под стражу, потому что вы уже третий раз оказываетесь на месте преступления. Да это же не я его. Игорь, что у нас? Андрей Васильевич, по моим расчетам, смерть наступила между 6 вечера и 2 часами ночи. Причина? Утверждать не берусь, но на шее я обнаружил небольшой след от инъекции. Возможно, его отравили. Посмотрим, что покажет экспертиза. Отравление? Так-так-так. Отравление. Александра Николаевна, а где вы были вчера вечером и ночью? Вечером я была на поминках. А ночью я провела у знакомого дома. Так, ладно. Разберемся. Свой дом? Все здесь стало каким-то чужим, неприятным. Ничего, ты тут быстро наведешь свои порядки. Вдохнешь сюда, так сказать, новую жизнь. В другом углу. Там
Альбин, как ты всегда угадываешь, чего я хочу. Опыт, мой друг. И потом несложно догадаться, чего хочет мужчина, если одной рукой он пытается удержать букет, а второй беспомощно шарит по твоим углам. Ну а ты что? Стоишь как неродной. Брось сумку. Подумай только. Я стала бояться своей квартиры. Тоже ли? Я могу здесь поменять замок, если хотите. Ну вот. А ты еще им недоволен. Не парень, а золото. Вот все бы так считали. Илюш. Альбина, а я мог бы пока ночевать у тебя. Но если тебе неуютно одной. Только имей в виду. Я храплю. Я не могу понять. Не могу. Как вы все время умудряетесь оказываться там, где происходит преступление, а? Если только вы не сами их организовываете. А может, меня кто-то подставляет? Ну, а вы-то сами чем думаете? Дверь была открыта, я решила посмотреть. Ну, если дверь открыта, это как минимум должно было вас насторожить. Ну, куда же вы лезете-то? Хотела помочь. Следствие. Что? Александра Николаевна, вы нам очень поможете, если не будете лезть в чужие дела. Вот сейчас в квартире Шульца найдут опять ваши отпечатки. И вот мне что вы прикажете делать? Что, посадить вас? А? Ну, я же сама вам позвонила. Да, может, вы это специально сделали, чтобы от себя подозрения отвести. А, ладно, в любом случае, в деле стали появляться интересные факты. А как вы думаете, Шульц и Лыгина убил один человек? А вы что, кого-то конкретного подозреваете? Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, вы когда осматривали тело Лыгина, на нем был медальон? Нет. А что? Саш! Саш! Олег. Что происходит? Привет. Привет. Я просто не могу дозвониться для тебя несколько часов. Ну, конечно. Я же не была дома. У меня телефон разряжен. А? Шульца убили. Что? Когда? Вчера. Или сегодня ночью, я не знаю. Только что была у Грекова, давала показания. Подожди, а ты тут при чем? Я нашла Шульца в его квартире. Черт! Я... Я тебя предупреждал. Знаю. Я тебе говорил, что все этим кончится. Я так устала и... Теперь Грекову ничего не стоит подбить под это дело доказательства и посадить тебя. Ты это понимаешь? Ну, пожалуйста, оставь меня в покое, но я... Оставить в покое? Хорошо. Олег! Чем помешал Шульц? Эксперты осмотрели квартиру, следов ограбления не обнаружили. Или Шульц сам отдал то, зачем приходил убийца, и его устранили, как ненужного свидетеля. Все крутится вокруг этого злосчастного фолианта. Спасибо, Виктория. Идите. Леня, подними всю информацию по Светлане Лыгиной и проверь ее алиби на момент смерти Шульца. А почему именно ее? А потому что муж оставил ее без наследства. И Светлана пытается вырвать хоть
шерстью клок. Так точно. Привет. Привет. Поздравь. Я получил свой первый заказ на реставрацию. Пришел с тобой проконсультироваться. Поздравляю. Тебя кто-то обидел? Эй, скажи, я всех порву. Шульца ночью убили, а подозревают опять меня. Дэн, это уже не смешно. Слушай, если тебе нужно алиби, я могу сказать, что мы провели ночь вместе. Никто не сможет проверить. Угу. Дед после поминок поехал в больницу к Альбине, а потом сразу свистал на дачу. Так что я был один. Хотя дочь Лыгина была не против провести ночь вместе. Дочь Лыгина? Успокойся. Я не поддался. Лиза? А что, если Лиза убила Шульца? Чего? С какого это перепугу? Я видела, они ругались на похоронах, на поминке она приехала позже всех. Потом психанула, умчалась куда-то. То есть ты хочешь сказать, что и отца своего она тоже убила, чтобы, типа, наследство побыстрее к рукам прибрать? Возможно. Просто есть еще одно странное обстоятельство. Аристарх Сергеевич никогда не снимал медальон. Когда мы нашли тело, медальон был на нем. Как он оказался у Лизы? Тогда получается, что и Альбине она тоже по башке засветила. Возможно. Я устала от всего этого, если бы ты знал. Все проходит, пройдет и это. Соломон сказал, мудрый, кстати, был чувак. Олег? Простите, что нарушил вашу идиллию. Пришел извиниться за свою несдержанность. Но вижу, у тебя и без моих извинений неплохо. Олег! Я научись уже закрывать дверь на ключ. Подожди! Не нравится мне тут Олег, он тебе не стоит. Да что ты вообще знаешь о нем? Обо мне? О нас? Ну почему ты все время лезешь в мою личную жизнь? Тебя волнует мое алиби, я тебе скажу! Я всю ночь провела с ним! Все? Или я должна еще в чем-то отчитываться? Добрый день. Жизнь полна сюрпризов. Мне очень нужно с вами поговорить. К старости я стала пользоваться большим успехом. Присаживайтесь. Итак. У вас ведь есть весь список ценностей, которые покупал отец? Детка, к чему ты клонишь? Понимаете, я подозреваю Светлану в убийстве отца. Где-то я это уже слышала. Злая мачеха извела отца страдальца. Неважно. У нее были причины. Я считаю, что дело было так. Так. Светлана узнала, что отец завещал все наследство мне. Естественно, взбесилась. Выяснила, что из ценностей находится на даче. Приехала туда, чтобы выкрасть это. Ну, а отец ее там неожиданно застукал. Ей ничего больше не оставалось, кроме как убить его. Я думаю, так. Есть следователь, который ведет это дело. Пусть он разбирается. А мне ваши семейные разборки ни к чему. И потом архив украден, а без него я ничего не помню. Память отшибли.
экспертиза по Шульцу. Так, так, ну-ка. Ну, чего там? Ему ввели препарат, парализующий дыхание. Это значит, что убийца хорошо разбирается в химии. Виктория, идите. Что у тебя? Так, я навел справки по Светлане Логиной. Ну, ничего выдающегося, она окончила медицинский институт. Сейчас работает в коммерческом предприятии... Так, стоп. Леня, тебе вагоны надо разгружать, а не в уголовном розыске работать. Окончил медицинский институт. Это что значит? То, что она врач. Леня, это значит, что она хорошо разбирается в химии, а значит, в отравляющих веществах тоже. Олег, я понимаю, ты не хочешь со мной разговаривать и не берешь трубки, но я хотела тебе сказать, что я решила, я больше не буду лезть в расследование. Ты абсолютно прав. И с Ильей у меня, естественно, ничего не было. И я очень сильно скучаю по тебе. Знать кое-что интересное. Если это касается убийств, то нет. Сдалась? Нет. Просто решила больше не влезать в это. Так ты не лезешь, я сама пришла рассказать. Думаю, тебе это будет интересно. Прошу тебя, нет. Тебя что, не распирает любопытство? Нет. А что если... Нет. Да ты даже не представляешь. Понятно. Да. Уходи, пожалуйста, я работаю. Ладно. Знали, что ваш муж все свое имущество завещал дочери? Да, что? Поэтому вы решили его убить и забрать из дома оставшиеся драгоценности? Я его не убивала. Вы сказали, что в момент убийства были в своей городской квартире. Я проверил. Соседка видела, как вы вечером выходили из нее. Да, я уходила. Ну и где вы провели ночь? С любовником. Почему сразу не сказали? Он женат. Это его компрометирует. Но вам придется рассекретить свою пассию. Да, я уже поняла. Вы же в любую кровать влезете, лишь бы разнюхать. Скажите, вы же по профессии врач? А что, надо кому-то укол сделать? Тебе помочь? Справлюсь. Ну, не злись на меня, ладно? Не обижайся. Я сама не своя. Олег со мной не разговаривает, Илья тоже. Правильно делают. Ты ж зануда. Ну, извини. Подменяла ли я этот замок, так я теперь по 3 часа перед дверью торчу. Дай. Ты профессиональная взломщица. Боюсь, я змею на груди пригрел. Ладно. Проходи уже, зануда. Как ты думаешь, зачем она к тебе приходила? Ты, ясное дело, рыщет. Не прибрала ли мачеха чего-нибудь к рукам из драгоценности отца? Точно. Это только подтверждает мои подозрения. Мне кажется, что Лиза убийца.
Лизка? То есть она собственного отца на тот свет отправила? Да. Теперь все сходится. Светлана говорила, что у Лыгина Альцгеймер. Она не шутила. Старик действительно начал все забывать. И пока Аристарх не распродал все ценное, Лиза его решила отравить. А иначе она могла остаться ни с чем. Теперь послушай, так получается, что и по голове мне треснула тоже она. Она могла кого-то нанять. Кошмар и ужас. Алло, Андрей Владимирович. Да, любовник Светланы все подтвердил. Ага. Да, действительно были вместе в ночь, когда убили Лыгина. Ага. Да, все, понял. Мало тебе было. Хочешь опять влипнуть в историю? Это абсолютно безопасно. Я поеду к Лизе на дачу, застану ее врасплох, поднажму, и она сама мне все расскажет. Не смеши меня, поднажмет она. Если Лизка отца своего не пожалела, то от тебя мокрого места не оставит. Потом, с чего ты взяла, что она на даче? А она сама сказала на поминку, что будет жить там. Господи, кто там еще? Илюша, привет. Проходи. Что это там принес? Дед просил тебе книги передать. А? Привет. Привет. Представляешь? Собралась ехать одна на дачу Лыгина. Мало ей было приключений. Проводил бы ее, что ли, Илья? Не надо. Я сама справлюсь. Да нет, Альбина права. Одной тебе туда нельзя ехать. Чего? Такое ощущение, что за нами следят. О, началось. Это плохой симптом. Ты еще скажи, что у меня мания преследования. Извиниться. Прости, что сказал так про Олега и вообще вел себя глупо. Просто со мной раньше такого никогда не было. Какого? Ну, чтоб так зацепило. Саш, я правда, я пытаюсь выкинуть тебя из головы. Хожу как дурак, а перед глазами только ты. Я знаю. Просто позволь мне быть рядом. Как другом. Если обещаешь, что больше таких глупостей не будешь делать, друг. Обещаю. Слушай, нехорошо как-то получается. Надо было постучаться. Наоборот, ты что? Когда не будет ответа неожиданности, а так дверь открыта сама судьба, нам помогает. Света. Светлана. Света. Светлана. Господи, она жива. Что вы здесь делаете? Я что здесь делаю? Вообще-то это дом моего мужа. Да? А я думала, вы живете в городе. Я здесь могу бывать, когда захочу. Ну, это до того момента, пока в силу не вступит завещание. Это наше семейное дело. Вам здесь делать нечего. Вот вы для чего сюда приехали? Все никак не угомонитесь, надеетесь тут клад найти. А вы не по той же самой причине здесь рылись? Во-первых, здесь кто-то порылся до меня. А во-вторых, спросите сейчас у своей подруги, куда она дела медальон, который украла у моего мужа? Я? Да. А давайте сейчас полицию вызовем, давайте. И спросим у них. Вот этот сюрприз. Кажется, я никого из вас не приглашала. А медальон ты не получишь, даже не мечтай. Да он у тебя! Тихо, тихо! Подождите! Ну, когда мы нашли тело Аристарха Сергеевича, медальон был на нем. Как он оказался у тебя? Воровка, убийца! Тихо! О, кажется, я впервые вовремя. Ну, это просто фарс какой-то. А вы зачем пришли?
Я? Вы! Я приехал узнать ваше алиби на момент убийства Шульца. Отлично. Давайте сейчас у нее спросим, как она сняла фамильный медальон с шеи убитого отца? Отец сам сказал мне, если со мной что-нибудь случится, возьми медальон и храни у себя. Я взяла его, когда вы пошли за водой. Где вы были, когда отравили Аристарха? Я была у подруги. Я жила у нее уже целый месяц, лишь бы не видеться с этой. А где были вы? А кто вы такая, чтобы задавать мне такие вопросы? У меня есть алиби, и оно проверено. Я видела. Она ругалась с Шульцем на похоронах. На поминки приехала позже всех, а потом исчезла куда-то. И что? Я поехала к друзьям, опять же, чтобы не пересекаться с ней, вы понимаете? И друзья могут это подтвердить. А с Шульцем мы ругались из-за фолианта. Он хотел его выкупить обратно, ну, естественно, по низкой цене. Но я ж не дура, соображаю. Да, и, может быть, на момент убийства Шульца у тебя тоже есть алиби. Александра Николаевна, вы все-таки не очень хороший Шерлок Холмс. Продолжайте реставрировать картины. А алиби Светланы Евгеньевны я действительно проверил. Да вы что? Интересно, и где же она была? У любовника. Тоскуха! Что ты сказала? Что слышала? А ну-ка, тихо, повтори. Тихо! Повтори, повтори что сейчас! Потаскуха! Проститутка! Дура. Отцу рога наставляла! Да, сама хочет какой-то наслед! Бафик истерик! Отцу сама хочет какой-то наслед! Тихо! Все! А что, если это не Лиза и не Светлана, тогда кто? Саша, поезжайте домой, а? И что искал преступник? Ведь единственное ценное в этом доме — это книга, он ее не взял. Значит, мы еще чего-то не знаем. А у Шульца вы нашли что-то? Какую-то информацию по фолианту? Нет. Дайте мне посмотреть книгу. Все, хватит. Я и так вам слишком много напозволял. Вы не знаете, что такое старинная книга. Там может быть какая-то тайна. Нет. Ну что вам стоит? И зато мы будем точно знать, что фолиант чистый, там нет никаких секретов. Вас это успокоит? Да, обещаю. Поехали. Саш. А? Ты куда? А, мне надо срочно кое-что проверить по делам. А я? Возвращайся без меня. Пока. Ну что, нашли что? Тихо. Нашла. Что? Вот. Видите? Мы ни черта не видим. А объясните, пожалуйста, по-человечески. На первый взгляд все страницы одинаковые, но... видно микроскопическое утолщение. Что это значит? В углу страниц выполнены вензеля. В них угадываются буквы. Я предполагаю, что это имя мастера, который подделал фолиант. Значит, подделка. Да. Гениальная подделка. И он не удержался и исполнил свое имя на каждой странице. Конечно. В специальной лаборатории мне было бы это легче выявить. Но сейчас мне приходится использовать подручные средства. Так. А, значит, получается, что убийца ищет настоящий фолиант. А Лыгина он завалил за то, что тот пытался всучить ему подделку. Нет. Лыгин не мог купить подделку. Надо искать настоящий фолиант. И тогда мы найдем убийцу. Так ведь это у старика Тальцгеймер, может, он там что забыл? Нет, нет, нет! Невозможно, я же говорю, он не мог ошибиться. Все равно, сначала мы будем искать гения фальшивых талмудов, и через него найдем убийцу. Да, вот это правильно. Алло, Вик, привет. Слушай, а можно я к тебе сегодня? Да никак не могу привыкнуть к этой даче. Нет, всего на пару дней.
Да. Ну все, давай. Привет. С тобой все в порядке? Да, все хорошо. А что? Просто ты как-то неожиданно уехала. Потому что, знаешь, мне кажется, я на полпути. Олег. Посылки принимаете? Да, слушай. Мне кажется, я снова нарушил идиллию. А, да нет, это мы просто я... По-соседски мило болтаете, да? Да. Хочешь, я его догоню? Нет. Мне уйти? Да. Ты в порядке? Да так, просто спросил. Чем занимаешься? Детка, думать вредно. Ладно, заходи лучше ко мне. Вместе обсудим. Жду. Где-то есть информация о подобных фолиантах. Был бы архив, а так по памяти я тебе ничего сказать не смогу. Вот почему преступник выкрал твой архив. Там была информация о других книгах. Или что-то такое, что могло навести на след убийцы. Да. А может быть, ты поспрашиваешь у своих коллег и клиентов? Может быть, кто-то сталкивался с такого рода подделками? Извините, что перебиваю, Сашенька. Но тут надо действовать деликатнее. Вы же понимаете, мир коллекционеров не так прозрачен. Не все купленные и проданные вещи имеют чистую историю. Поэтому никто не будет делиться информацией. Все боятся. Эрдельчик, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Да появилась тут у меня одна задумка на этот счет. Постараюсь помочь. Не мужчина, а сплошная загадка. Саш, а у вас есть вечернее платье? Только не говорите, что опять кого-то убили. Нет, я пришел посоветоваться. Посоветоваться со мной? Не делайте такие глаза. Да, с вами. Хорошо, проходите. Я хочу допросить всех владельцев фолиантов и думаю, как это лучше сделать. По-моему, это очень деликатный вопрос. Я считаю, что если вы поднимете шум на рынке, возможно, мы вообще никогда не найдем мастера. Поэтому я к вам и пришел. А, так я уже попросила друзей кое-что разузнать. Так, спокойно. Мне просто надо время, и я вам все расскажу, обещаю. Я вас умоляю. Никакой самодеятельности. И обо всех своих действиях докладывайте мне. Конечно. Может, кофе? Я вам так благодарна, только я немного, здрасте, волнуюсь. Вы потрясающе выглядите, Сашенька. Уверен, все пройдет отлично. Мое почтение. Разрешите представить вам
мою спутницу. Александра Корзухина, одна из лучших реставраторов, несмотря на столь молодые годы. Слышал, слышал, очень приятно. Сергей Ветров. Известный коллекционер. Взаимно. Александра, может быть, шампанского? Не откажусь. А это? Нет, о чем вы говорите? Эту книгу сейчас совершенно невозможно найти. Хотя она может быть у Короткова. Я слышал, у него потрясающая коллекция. Но он неуловим и соглашается работать далеко не с каждым. Зато он умеет делать невозможное. Это точно. Сергей Алексеевич, а вы знакомы с Коротковым? Да, лично. Но он в последнее время отошел в тень. Ни с кем не общается, контактов никому не дает. Александра, может быть, уединимся? Надоели эти разговоры об одном и том же. Конечно. Этот загадочный Коротков. Да там один. Секундочку. Я на совещании. Александра, а расскажите лучше о себе. А, я сейчас реставрирую одну книгу. И мне очень нужен опытный агент, который способен оценить. А почему вы, женщина, любите говорить о работе? Ты замужем? Опять Коротков? Да, Шульц говорил о нем. Только как нам его выцепить? Узнали адрес электронной почты? Умница. Патина это. Отпечаток времени, оставленный на картине. Она как бы... А, Саш, я хотел тебе сказать, тогда в доме Лыгина... Я с новостями. Один мой знакомый вспомнил, что было несколько сделок, которые Коротков провел для его друга, датского коллекционера по фамилии Ларс. Привет, дорогой. Привет. Так вот, сам Ларс из Копенгагена, но часто бывает в Москве. Говорят, он очень подружился с этим Коротковым. Может, как-то через него попробовать выйти на вашего фантома? Точно. Да. Когда? Понятно. Ларсон тоже труп. Умер от передозировки лекарства. Почерк у убийства очень похож. У него что-то пропало? В том-то и дело, что нет. Снова тупик. Но зато теперь у нас есть адрес Короткова. Надеюсь, теперь реальный.
Александра Николаевна, свяжитесь с ним. Назначьте встречу. Почему я? Потому что нашего сотрудника он раскусит в раз. Должен действовать профессионально. Вы же понимаете, что нам нужно найти этого мастера. Хоть из-под земли достать. Из-за этого фолианта умирают люди. Рано или поздно. Если убийца уже нашел фолиант? Этого мы не знаем. Саша, вы все время будете под нашим наблюдением. Во-первых, по поводу Ильи. Не ревнуй меня, пожалуйста. Мы с ним просто друзья. У нас ничего не было и быть не может. А во-вторых? А во-вторых, мне кажется, мы вышли на след убийцы. Пожалуйста, только не ругайся, я тебя умоляю. Ты ничего не понял. Я сейчас участвую в деле не как сыщик, а как профессиональный реставратор. И мне предстоит встреча с одним агентом. Мы так долго его искали, с трудом нашли его контакты, и если он, конечно, согласится, я сегодня написала ему письмо и... Что он ответил? Он пока не ответил, Олег, но... На мне лежит такая ответственность, и я... Я очень сильно волнуюсь. Мне так страшно. Не волнуйся, я буду с тобой рядом. Такой же вензель, как я рисовала, помнишь? Где ты взял эту книгу? Да я не помню. Контакты есть? Ну, сомневаюсь. Но могу узнать. Пожалуйста. Потом. Привет, Олег. Слушай, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Давай попозже созвонимся. Угу. Да, я тоже. Целую, пока. Что? Это я не вам. Здравствуйте.
Простите. Хроническая простуда. Врачи настоятельно рекомендуют сменить климат. Итак, я вас слушаю. Я представляю интересы одного банкира. Пожелала оставить свое имя в тайне. Мой клиент хотел бы инвестировать в старинные фолианты. Но это должно быть что-то действительно стоящее. Книги 16-17 веков его не интересуют. О каких суммах идет речь? Он не ограничен в средствах. Замечательно. Знаете, с некоторых пор я отошел от дела и несколько лет не занимаюсь фолиантами. Знаете, ни с кем не встречаюсь, не выхожу из дома. Но это еще и вопрос моей личной безопасности. Ай, отец. Болеете? Ну вот с вами я решил встретиться лично. Познакомиться. Со мной? Не так много у нас хороших ресторанов. Спасибо. Может быть, вы мне кого-то посоветуете? Да, есть. Есть у меня один человек. Любитель подобных раритетов. Знаете, я сам никогда ничего не покупал, не продавал. Все сделки шли через него. Простите, я что-то действительно плохо себя чувствую. С вашего позволения, я откланяюсь. До свидания. Извините, пожалуйста, я вынужден вас попросить пересесть вот за тот столик. Дело в том, что мы сейчас будем готовиться к мероприятию, и в качестве извинения я хочу вам предложить десерт от шеф-повара. Да, конечно. Пойдемте. Надо брать его. Да, и что ты ему предъявишь? Лучше проследи за ним. Я к Александре. Понял. Саша. Забыл написать имя этого волшебника. Миш, здорово. Греков. Номерочек пробей. 900-475-1446. Давай, жду. Одна все это употребить? Ой, только не надо на меня так смотреть. Ведь я сегодня служила. Ну да. Да. Ну? Что? Давай. Ну? Просто какой-то замкнутый круг. Что? Это номер Шульца.
Коротков пришел в дом Корзухина. Я все думаю про этот фолиант. Наверное, надо искать подлинник, раз мастера найти не получается. Надо искать мастера поделок. И что за тайное совещание, на которое ты нас позвала? Революционный переворот готовим? Мы опять в тупике. Вот цена. Надо искать мастера, который подделал фолиант, или настоящую книгу. Только таких искателей без нас хватает. В своем желании найти подлинник они ни перед чем не остановятся. Ну, что ты хотел, такие деньжищи. Некоторые фолианты стоят от 100 тысяч долларов и выше. Да, верно говорят, там, где начинаются деньги, кончается искусство. Кажется, ты последний романтик, оставшийся на земле. Белкин, что значит исчез? Он же не призрак, не мог испариться. Ну, я весь подъезд обошел, я в каждый угол заглянул, даже на чердаке был. Ушел Коротков. Может, по крышам? По каким крышам? Белкин, ты в своем уме? Зачем ему вообще бежать? Это вопрос. Может, он у кого из художников засел? Мог. Пора тряхануть. Этот террариум единомышленников. Согласен. Я же сказал, все время быть на связи. Не знаю, у меня телефон, наверное, глючит. Купите новый. Бесполезно. Со мной любая техника отказывается работать. Я не удивлен. Зачем вы меня искали? Есть новости. Белкин вчера проследил за Коротковым. И тот приехал сюда. Сюда? Да. К вашему дому. А зачем? Хороший вопрос. Потом он зашел в ваш подъезд и больше не вышел. Возможно, он почувствовал слежку и ушел через черный ход. Значит, он знает кого-то из наших? Не исключено. Ты не останешься? Нет, прости, у меня очень важная встреча. Ну, только не обижайся. Я бы вернулся, просто не знаю, когда она закончится. Я понимаю. А может, уедем куда-нибудь? А что, ты устал, я тоже замотался. Уедем туда, где никого нет. И где очень красиво. Ну, например, Швеция. Или нет, Норвегия. Я никогда не была в Норвегии. Ну, класс. Будешь рисовать фьорды, которые отражаются в воде. А я буду смотреть на тебя. И никаких фолиантов. Дед! Да. Что, ревизия? Именно ревизия, инвентаризация, опись имущества. Вот просматриваю старые блокноты. Кто же мне рассказывал про одного умельца, который гениально подделывал старинные книги? Не могу вспомнить. Ну, не могу. Вот убей бог, не вспомню. Thank you.
Гром. Эртель! Да? Я здесь. Эртель! Да? Я, кажется, разгадала ребус. О чем вы? Если вензеля сложить как мозаику, то получается имя. Видите? Точно. Тим Гроу. Я вспомнил, это он. Вы его знаете? Ну, я о нем слышал. Боюсь обещать, но я постараюсь его найти. Дайте мне только время. Я вас обожаю. Привет. О, привет. Вау! Ты миллион, что ли, выиграла? Лучше, я разгадала тайну мастера. Да ладно? Да, вензеля складываются в его имя, если, конечно, знать, как их расположить. Ну все, пока. Саш, подожди. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Илья, у меня совсем нет времени. В следующий раз. Счастливо! Пока. Прошу. Почему так на меня смотришь? Мне кажется, я узнаю тебя заново. Видимо, всему свое время. Как вкусно. Правда? Угу. Так вот, про мастера. Сашка, ты неугомонная. Я каким-то чудом поняла, как складываются вензеля. Mm-hmm. Это было как озарение, понимаешь? Все сложилось, и вышла фамилия мастера. Саш, хочу сказать тебе, что ты очень талантливая. Ты больше не сердишься, что я этим занимаюсь? Нет. Я понял, что это бесполезно. Дед! Ты чего притаился, как мышь? Ищу контакты мастера. Возможно, это продвинет следствие. Но теперь уже мы знаем его фамилию. Это все меняет. Скоро этот дом из художественных мастерских превратится в один большой следственный комитет. Подожди, а далеко ты собрался на ночь глядя? По делам. Какие дела могут быть в такое время, Илюша? Дед, не начинай, ладно, а? Вот здесь твои эти нравоучения. Я взрослый мальчик, и у меня своя жизнь. Слушай. Как ты со мной разговариваешь? Все, я ушел! Илья, вернись! Илья! Имей уважение! Зачем этому чертову Короткову нужно было приходить в дом художников? Кому? Так ведь мы всех жильцов знаем. Подозреваете, что кто-то из них знаком с Коротковым и не говорит нам об этом? Убийца может быть кто угодно. Любой из них. Но зачем нелюдимый Коротков вдруг решил встретиться с Корзухиной? Тебе это странным не кажется? Кажется. Кажется, но я не знаю ответ на этот вопрос. И все-таки я считаю, что Коротков ушел от нас через черный ход. А мотив? Мотив какой? Зачем он вообще туда приходил? Чтоб следы запутать. Знал, что мы следим за ним. Да, так страшно становится. Кажется, закрой глаза, а тебя нет. Все это был сон. Ты мне очень дорога. Ну все, пора. Может, вызвать тебе все-таки такси? Не, не надо, я хочу прогуляться. Подумайте. Вредно. Много думать. Ну все, погнал.
худший вопрос, который ты могла мне задать. Потому что я не знаю, где он. С утра на звонки не отвечает. Он у тебя не ночевал? Нет. Поужинал, вышел к себе. Может, он решил от меня сбежать? Ну что ты, ну, какой-нибудь вялой пенсионерки, ну... Альбина, это я. Ты где? Ты где? Ты дома? Здрасте. Здравствуйте. А что так рано? Я еще не успела побиться в истерике, порыдать над твоими рубашками и получить инфаркт. Ну, не ругайся. Миленькая, у меня хорошие новости. Я сейчас был у одного нашего общего знакомого, и вот, Сашенька, пишите адрес и телефон. Тим Гроу. Конаковский проезд. Саша, вы меня задушите. Я вас обожаю. Так, хватит. Позвонить ты мог? Или хотя бы записку оставить прощальную? Забыл телефон. В кармане халата. Прости. Это попалось. Спасибо. Саш, а вам не звонил Илья? Нет, не звонил. Мы вчера с ним как-то повздорили немного, и он не пришел ночевать. Ну ничего, вернется. Я же вас просил, никакой самодеятельности. Почему по каждому идиотскому поводу вы звоните? А тут соображений не хватило? Я звонила. У вас телефон был недоступен. И что? Надо было одной переться в эту квартиру. А нельзя было подождать, пока я перезвоню? Если бы убийца был еще там, то я что? Бы его... Что вы его? Что бы вы его? Ну? Ну, что? Если бы убийца был там, мы бы сейчас имели два трупа, и один из них ваш. Мой? Ваш. Александра Николаевна, у меня полное ощущение, что убийца держит вас на крючке. Это как? Ну, сами подумайте. Каждый раз, когда вы находите человека, который хоть как-то связан с Флиантом, так? Его убирают. А я думала... Вы слишком громко думаете. Александра Николаевна, вспомните, с кем вы делились информацией? Кому вы рассказывали о ходе следствия? Всем.
Олег, привет, это я. Слушай, мне надо срочно с тобой поговорить. Приезжай, пожалуйста. Целую. Привет. Что опять произошло? Извини, пожалуйста, мне сейчас очень тяжело, я не готова говорить. Так просто ты от меня не избавишься, детка. Считай, что я досталась тебе в нагрузку вместе с этой мастерской. Что ты пьешь? Липовый отвар успокаивает нервы. Нервы хорошо успокаивает виски. А это все только раздражает. Ладно, скажу. Иначе у меня сейчас голова взорвется. Только не говори, что это ты всех замочила. Нет. Мне кажется, что убийца Илья. Илья. А вообще, согласна. Это очень-очень подозрительно. Ухаживал-ухаживал, да и бросил ухаживать. Типичное поведение для убийц. Все сходится. Да. Он же переехал сюда жить в одно время со мной. Потом терся, все время что-то разнюхивал. До этого учился в Мальме. Там до Копенгаген через мост перейти. Чисто теоретически он мог убить Ларсена. Теоретически Ларсена мог убить кто угодно. И не переходя моста. На момент убийства Лыгина у Ильи нет алиби. Это ничего не доказывает. А твой архив? Там наверняка была какая-то информация по Фолианту, и он его выкрал. А тебя он не убил, только из-за Эртеля. Наверняка давно догадывался о вас. Гуманно. А я видела, как на похоронах он шептался с Шульцем. Значит, немец его узнал, и Илья его убил. Веский аргумент, ничего не скажешь. Просто взял и со страху замочил известного коллекционера. Да. Да. И Вензеля. Он их видел у меня дома. А потом я сама рассказала ему, что разгадала имя мастера. Вот. Язык твой, враг твой. А Коротков? Так. Ты знаешь, куда он пошел после встречи со мной? Сюда. В этот дом. И не вышел. Значит, у кого-то засел. На квартире у кого? У кого? У Ильи. Потому что он его заказчик. Ну уж, а адрес этого гения подделок было узнать несложно у Эрделя. Вот. Да. Поэтому он сейчас и скрывается. Свой липовый отвар? Сплошная липа. Схожу-ка я за коньяком. Подожди. Ну, что касается Ильи, ну, я не верю, чтобы мальчик мог убить столько народу. Одного. Ну, двух. Да. Ну, чтобы крошить всех подряд. Да. Андрей Васильевич, я нашел свидетельницу. Соседка погибшего мастера подделок видела, как к нему заходил мужчина. Она смогла его описать? Смутно. Ни на кого из круга подозреваемых не похож. Так, нужно сделать фоторобот с ее слов. Я, кстати, отправил запрос на информацию по поводу Короткова. Странно, но нигде ничего я на него не могу найти. Словно и нет такого. Алло, Лиза, добрый вечер, это Александра Корзухина. Да, вы знаете, мне нужно с вами поговорить. Да, прямо сейчас, срочно. Ну, хорошо.
Привет. Здорово. А выпьешь? Молодой человек, еще, пожалуйста. Нет, спасибо. Что хотела? Что такого срочного? Слушай, мне очень важно, надо знать, не оставлял ли твой отец какую-нибудь информацию по последнему фолианту? Вот прям срочно, да? Слушай, а чего вас всех этот фолиант так беспокоит? Никак покой не дает. Кому все? Ну, про него спрашивал Шульц, Илья. Илья? Илья. А у тебя с ним что? Слушай, понимаешь, что ты для него старый, ему нужен кто-то помоложе, посовременнее. Так, Лиза, возвращаемся к нашей теме. Ты понимаешь, что из-за этого фолианта гибнут люди? И преступник, между прочим, до сих пор на свободе. Неизвестно, кто будет следующий. Пусть этим занимается полиция. Думаешь, отец мне что-нибудь рассказывал? Да он не верил никому. Санков понаставил. А я до сих пор не знаю, как они там закрываются. То есть ты дачу оставляешь открытой? Да что там теперь брать-то? А ты, может, выпьешь со мной? Я угощаю. Слушай, а по какому поводу гуляешь? Может быть, клад нашла? Хорошо. Слушай, никак не могу понять, чё отец так дрожал над этим дурацким медальоном? Говорил, это твой ключ к богатству. Ну-ну. А в чем секрет-то? Надо потерять его 3 раза, оттуда появится джин. Ну давай, давай, появляйся, появляйся. Да пошло оно все. Ладно, ты знаешь, у меня совсем времени нет. Вали. Держись. Пока. Олег! Слушай! Кажется, вся тайна скрыта в медальоне Лыгина. Да, он у меня. Я нет. Я сейчас еду на дачу. Извини, я не могу ждать, у меня совсем нет времени. Похоже, я знаю, кто убийца. Да, прости, я не могу говорить. Товарищ капитан, ответ на запрос по Краткову пришел. Значит, тут написано, что Кратков несколько лет назад погиб при невыясненных обстоятельствах. Ну-ка, дай сюда. То есть получается, что он жив. Ну, то есть инсценировал свою смерть. Или это не он?
Хватает страниц. Илья? Саша. Значит, это вы, Илыгин, и Шульц, и... Вы очень проницательны. Не хватает страниц. Ваша наивность меня поражает. Теперь, благодаря вам, у меня есть все. Есть книга. Есть недостающие страницы. Цена этого фолианта взлетит до небес. И у меня уже есть покупатель. Да возьми что-то другое. Нам ведь не нужны гости. Но вы не беспокойтесь, это ненадолго. Ваш доблестный Мегре скоро вас отыщет. Прощайте.
Олег? Ты не должна была догадаться. Зачем? Ну, кто тебя просил? Значит, это был ты. Мы бы уехали. Были бы счастливы. Ты же понимаешь, что у меня нет другого выхода. Олег, не надо. Так, надо, дозвонимся. Я игрок. Олег. И это... лучшая моя партия. Пожалуйста. Я должен ее выиграть. Но без тебя. Замри. Я тебя ненавижу. Да я когда в дом зашел, услышал какой-то шорох. Подумал, что это убийца. Думаю, спачу сейчас что-нибудь, как бабахну ему по башке. А бабахнули тебя. Ну а кто же знал, что Коротков туда заявится? Ну что, дурака учить, что мертвого лечить? Вы понимаете, что мы успели в самый последний момент? А если нет, то что, еще два трупа? Товарищ капитан, а что с раритетом делать? Слушай, а как ты узнала, что Коротков — это Олег? А как ты догадался, где спрятан настоящий фолиант? А мне Лыгин сам подсказал. Смотри, вот, записная книжка старика. Из-за Альцгеймера он туда стал все записывать. Но здесь одни каракули. Смотри. Тарам. Книжный шкаф. Просто у меня был очень хороший учитель. Она научила меня, что настоящий реставратор должен уметь видеть на несколько слоев. Ты молодец.